Всем привет! Сегодня в обзоре оригинальная игрушка, разборной миньон Кевин. С обратной стороны у нас показано, как можно играть этим миньоном, что можно его собрать вот так и вот так. И еще какие виды данной серии бывают миньоны. Хорошая упаковка, все прекрасно видно, что есть в наборе. Очень качественная игрушка. В такой одежде у нас Кевин, улыбающийся, руки у него двигаются. И пальтишко это у него снимается. Сначала нужно отсоединить руки, конечно. Отсоединяются руки у нас. И снимается пальтишко вот так вот. Пальтишко из двух частей, можно его было снять и вот так разъединить. Еще у нас она, нажимаем на эту кнопочку, двигаются глаза и рот. Прикольный миньончик. Тут все как обычно, ножки у нас не двигаются. Итак, где его руки? Вот его новая пара рук. Вставляем сюда, где были предыдущие. И у нас вот такой теперь миньон. Они тоже движутся. Можно... Ну, пусть вот так. Привет. Всем привет. Супер игрушка. И теперь у нас еще можно сделать из него банан. Вот эти две части. Это у нас верхняя часть. Одеваем сверху. Вот так вот, как шапочка. Но вот так он стоять, конечно, не будет у нас, потому что здесь не та точка опоры. Ну, еще можно одеть на него пальтишко. И даже сделать вот так. Великолепная игрушка, можно по-разному собирать, играть таким образом. И очень популярная. Это у нас миньон Кевин, который превращается в банан, меняются руки. Единственное, что, конечно, когда он банан, он не стоит, потому что у него вот такие вот тут ножки, просто хвостик. Кому понравилось данное видео, ставим лайки. Кому интересно, заходите на мой канал, смотрите другие видео. Не забывайте подписываться на канал. Большое спасибо за внимание. Пока-пока.